Всем добра и блага. Стараюсь давать максимально плотную вам информацию. Потому что у нас сейчас, в общем-то, наш портал информационный, мы перешли на практические упражнения. Они весьма серьезные и весьма, в общем-то, могут быть и опасны в том числе. Но опасны с точки зрения того, что я изначально предполагал, что у матрицы как таковой, у нее есть какие-то компенсаторные механизмы. И вот эти светленькие говорят, что вот, когда там духовные люди куда-то продвигаются, темные начинают мешать им там, и вот они никак не могут вот там прийти. Я думаю, здесь какой-то фактор дуальности. То есть, если бы, скажем, это как вот взрослый ребенок. Ребенок, допустим, если там, скажет, я хочу там зажечь зажигалкой там газ. Если взрослый понимает, что он уже вырос ребенок, чтобы там зажечь газ, никаких проблем. То есть, пожалуйста, включай под моим контролем. И вы понимаете, что ребенок там, выполнит только вот такой отрезок, там, уж особо ничего там он себе не повредит, если правильно объяснить. Так вот, это тоже вариант дуальности, что якобы там что-то, кто-то вредит. Она может вредить, когда вы внутри поглощены этой системой и не знаете их законов. Но если вы законы знаете, то систему очень легко обходить. Я даже думаю, что вот эту, чушь могли придумать масоны, или те, кто вообще историю переписывал. Помните там это вот выражение, что есть специально обученные люди, которые, переписывают историю и бросают в глаза песок, я это называю. Что тонко обмануть этого ребенка. Ребенка можно тоже обмануть там с этим. Можно научить и газ включать, а можно и обмануть сильно. И тогда этот ребенок идет в тупик. Вот такие значки рисую себе, изучая вот это рисунок, времени, пытаюсь, козировочку найти через Максина, космические знаки добра и зла. Системка серьезная. Допустим, вот такой значочек я там перерисовываю, он может что-то, какой-то ритм содержать. Я вижу, что рисуночек такой красивый с точки зрения ритма. Вот пытаюсь вникнуть. Какие-то рисуночки, я думаю, будем обсуждать с вами. Парочку лекций последующих сделаю, такую кодировочку вам дам, потому что некоторые вещи, в общем-то, и словами не объяснишь. А доминанта, тема заключается в том, что какой вопрос задать Брахме? Там хорошая связь. Напоминаю, вот мы берем рисуночек. На каком-то там змее Шеше покоится Вишну. Вот он где-то там лежит в своем ментальном духовном плане, он может спать. Рядом с ним там есть его женское начало там. Она массажирует там, эта женщина массажирует Вишну там стопы ног. Я так думаю, на что-то намек есть. Если медитировать длительное время, можно понять, зачем она массажирует ему стопы ног. А Вишну, спроецировав Брахму из своего пупа, там в ведах, что из пупа Вишну вырастает лотос, а из лотоса появляется Брахма, который создает физические миры и там вселенные. И Брахма содержит некий принцип. О, как интересно! То есть, если начинать вникать, то есть я поначалу, думаю, уже какая-то абстрактная мыслеформа. А потом думаю, что нет, что-то схема-то такая, нормальная. Из пупка, допустим, это солнечный чакр, прорастает Брахма, а из Брахмы прорастает принцип Солнца.
То есть солнце, которое мы имеем, в том числе имеет там принцип Брахмы, потому что это принцип Вишну. Из него прорастает лотос. И вот если, допустим, я или вы, или мы будем медитировать на то, что вот я, вы там засыпаете, мы же каждую ночь там спим, мы представляем, что мы засыпаем в теле Вишну, поскольку, ну, принцип, они говорят, все, говорит, есть Творец, Творец в том числе и в нас проявлен. То есть, если я и мы с вами концентрируем внимание не там распятие Христа, вот он там жертва, что-то он там в физическом мире пожертвовал, а мы уже как бы трансцендент на Вишну. То есть, Вишна, ты что хочешь этим распятием нам показать? Для чего это нам надо? А задаем мы этот вопрос Брахме, потому что Брахма, он, ну, посредник относительно физического мира, ближайший к нам. А Вишну находится уж глубоко в трансцендентном мире. На своей там Кришна-локе там, или Вишна-локе, там, Шива-локе и так далее. И тогда вот эта медитация, она позволит нашему сознанию отвлечься от физического мира. То есть физический мир как морок. Нас не будет гипнотизировать. А Брахме мы можем создать какой-то, ну, мы представляем, там, выходим из этого уровня Брахму в этом лотосе, даже, ну, мысленно, и задаем вопрос, что, уважаемый Брахма, подскажи, пожалуйста, а вот твоя карма относительно нас, этого мира, она завязана на тебе? Или мы, допустим, можем сказать, да мы, в общем, собственно говоря, Брахма, это твоя же, мы же понимаем, что мы есть твоя проекция в духовном плане. Собственно говоря, твоя карма и является в том числе нашей кармой. Давай мы с себя свою карму снимем и тебе отдадим. Вот это, кстати, прекрасный там, прекрасный ход. Это серьезная медитация. Я понимаю, что как бы я тоже не сам ее придумал. Видимо, и в других реинкарнациях пробовал делать. И, может, даже что-то получалось. И тогда гравитация внешнего мира, как информационный план, не будет нами подпитываться. Великолепный ход. Я говорю, тут такой, такая пирамидальная системка уже там, как бы, ну, хорошая, что мы уже, поставив демаркацию на внешний план, говорит, а мы не будем вам энергетику давать. Какую энергетику? В том числе там энергетику патологии, агрессии, там, что-то обмана. То есть мы как бы обнуляем. То есть в нашей матрице этого нет. Прекрасные мыслеформы. Я говорю, что если как бы вот на этот уровень мы уже так регулярненько медитируем, не просто там обсуждаем, что там в мире произошло, кто там помер, какие СВО там и т.д. и т.п. Он говорит, нет, ребят, давайте-ка вы сами бултыхайтесь в этой патологии, а мы в интроспекцию. То есть возьмем гравитацию вертикального потока. А там уже, если мы частично уже пропитаемся принципом Брахмы, ну, Брахма, условно, что-то, если бы там, если я буду долго там медитировать, там, ну, плюс какие-то мантры серьезные, ну, часок в день, Брахма что-то да услышит. То есть, как бы, ну, Брахма, скажем так, он даже, если он связан через энергетику с Вишну, Брахма может протранслировать какой-то там план и на элемент Вишну. То есть Вишна в своем сновидении здесь увидит некий принцип там нашего вопроса. И что-то Брахме там, ну или нам сновидение передаст. А вот эти значочки, почему как бы они интересны? Потому что как бы, ну представьте, если там вот их месяц попрактиковать, не просто теоретически поизучать, а месяц попрактиковать, то мы с вами получим какие-то гарантированные ситхи. Что, собственно говоря,
в этом моменте времени происходящего, ситхи очень как бы надо бы получить. У нас все, у всех есть потенциальные ситхи, ну, там, кто-то там использует там мантры молитвы, эти ситхи может и во внешний план проносить. А так мы поймем, потренировавшись, что из себя ситхи как таковые представляют. Потому что они, кстати, ситхи, они постоянно присутствуют здесь. Гравитация там планетарной системы. А я говорил, гравитация есть там, что у человека вектор там, судьба. Судьба тоже имеет гравитацию, векторальность и вот такую кодировочку, чья-то судьба. А если мы вычисляем принцип судьбы, я почему вас как бы, ну, подписываю и говорю, давайте-ка мы там как бы в такой портал войдем, где как бы уже там все правильно, где уже какие-то там ситхи сидят на своих уровнях там, и где-то брахмы там, я даже вижу, что какие-то ситхи могут там, ну вот там, сущности там 200-250, они могут вокруг брахмы сидеть и какой-то такой, знаете, диалог вести на телепатическом уровне. Я даже думаю, там некоторые ситхи там готовы тысячи там, и 5000 лет сидеть, чтобы там с брахмой как бы получить его ответ или трансформацию. Это хороший план. То есть мне как бы это нравится в плане того, что я как душа, которая тоже эволюционирует там индивидуально, я понимаю, что такие, если я уже в этой реинкарнации получил как бы знания, и даже как бы осознаю принцип там и Вишну, и Кришны, там, и Шивы, как принцип, то мне есть куда там и в других реинкарнациях вертикально двигаться. То есть я не хочу вот созерцать вот патологию на этих там грешных планетах. У меня нет желания. Я даже какой-то фильм вот тут иногда включаешь, там в Ютьюбе отрывочек идет, там какой-то мордобой, что-то стреляет друг другу. Ну, я понимаю, ну низший уровень программ. Понятно, что они там фатальные, что там демоны, и как бы человечки с этими демонами там бегают, мясо жрут, трупоедение, какие-то патологии, табак, ну, в общем, патологии. То есть моя душа уже это не воспринимает, как в плане там, ну, зачем вообще как бы, ну, у вас там крысятник набирает обороты, а эволюционировать вы не хотите. Зачем мне это созерцать? Я понимаю, там, ну там не я даже, а какой-то там мистик, сидящий в Гималаях. Он скажет, ну что там, опять там, сейчас вот 40 лет будут убивать, потом опять героически что-то опять заново друг друга рожать, потом опять они будут убивать, вот бесконечная беготня. А этот типа там йог сидит в пещерах там где-то, ну он трансформировал, может 1500 лет живет. Махаватар Бабаджи там так вообще говорит, бессмертное тело, говорит, я говорю... Я когда говорю, до меня дошло, я там, у меня вот Махаватар, есть там его фотография, ну, лик, я так понимаю, кто-то нарисовал, а может, трансцендентно возник. То есть до меня дошло, 4 кальпа, он уже существует, как неразрывная форма сознания. То есть Бабаджи себя помнит на протяжении этих реинкарнаций. Я говорю, 4 кальпы, вселенная развернулась, потом вселенная свернулась, потом опять 4 раза, он говорит... Бабаджи вот это все помнит. Я думаю, как это вообще там? Это что за сознание такое? То есть там вообще как бы это не то, что там даже представить сложно там человеческому уму. Поэтому то, что какой-то процент человеков знает вообще о существовании духовного мира. Это уже большой плюс. А есть какие-то там формы сознания, которые вообще просто бегают, как там стадо, как стадо свиней. Как это Иисус говорит. Они, говорит, вошли в стадо свиней, говорит, и прыгнули в пропасть. И я что-то увидел в этом, кстати, моменте, говорю, очень там глубокие такая форма медитации. Вот с этим, говорю, какие-то духи вошли в свиней. И бросились в пропасть. Не то ли, я говорю, сейчас происходит там вот в этом масштабе, там эти, Израиль стреляет по этим, по Палестине, Хамас что-то туда, беготня. Это один организм.
Там нет отдельно Израиля и Палестины. Это единый некий организм какой-то, ну, я даже думаю, выделительная система типа кишки. То есть она вот этими действиями, она некий аспект чего? Кармы мести. Евреи там пришли, значит, они там заняли их территории, вытеснили Палестину, а их до этого чуть не сожгли там в кочегарках в Германии, они побежали вот сюда. То есть сама программа – это патология. Потом что-то Хамас мстит евреям, и евреи мстят там мусульманам. Это крысиная возня. То есть относительно духовного мира Кришналоки, то, что там происходит, они скажут, ну, забегали какие-то тараканы опять, воняют. Да это не то, что там духовный, даже физического плана какой-нибудь, ну, высокий уровень систем там этих НЛОшников скажет, ну, это вообще там они как бы все там друг друга жрут. Поэтому я прекрасно понимаю, что этот уровень планеты, вместо того, чтобы договориться с Палестиной, там, с евреями, дружить, то есть показать какую-то форму такой прекрасной трансцендентальной дружбы. Но нет. То есть какие-то силы, а я уже говорил, что эта программа прописана еще глубже, на первый уровень окружности, где там архетипы, что выше архетипов программных здесь торчит ось времени с рисунком времени. Ему там этот Яхве дискетку вставил в рисунок времени. И все пошло. Вот так вот. Поэтому прекрасный выбор, что да можно пойти там напрямую в духовный мир. Я думаю, эти вот в Гималаях сидящие там, в трубке эти тибетские, которые дуют, они на этот уровень вышли. Ну, понятно, что не все. Потому что там от тех, кто там какие-то монахи, да, ламы, которые этой техникой обладают, чем как бы и замечать наличие лам там, ну и вообще учителей. Они техникой обладают и еще кому-то готовы ее передать. А есть какие-то учителя, которые... Вот, допустим, я там достиг какого-нибудь уровня, вот сейчас вместе с вами. И я увидел, что там реальные ситхи, допустим, я там как обладаю властью, контролем матрицы планетарной, кому-то буду передавать. А вдруг человек неправильно поймет и карму там, условно, неправильно использует. Тогда я сразу говорю, нет, я эту технологию передавать не буду. А сейчас, чем ценно вот групповое как бы действие, когда мы, допустим, это вот делаем с вами, какие-то правильные медитации, у позитивных людей там этой планетарной матрицы через это, допустим, учение, которое калаги, там, веды, там, ну или то, что я там вам предложил, сублимация, там, переполюсовка программы. Я говорю, что для меня это вообще было отличное упражнение. Что у вас смерть, у нас слонь. То есть вы называете явление почему-то смертью. А само слово, оно уже несет какую-то там, ну, вибрацию, это мантра. Что такое смерть для людей там, как в таком большом масштабе? Дес английский и смерть по-славянски. Это форма программы. А я говорю, а давайте-ка мы придумаем этой форме слонь. Прекрасный там вообще там слонь. Почему? Потому что слонь – это, значит, колокольчик, который ведет вверх. S – это как восьмерочка, S первый. Ну, у них S – это англосаксов. S. А мы говорим, а здесь восьмерочка. Слонь можно прям к этому S пририсовать восьмерочку вертикальную. Гуран. Я говорю, вот и символ. Масон рисует какие-то там звезды, что-то какие-то там рога, там козлы. Мы говорим, ребят, молодцы. Кто там масона рисует? Молодцы, до свидания. А у нас свой символ. То есть масонство я сразу отбрасываю, потому что у них есть пирамидальность. Вот это их масонская пирамидальность. Которая давлеет жестко
сверху вниз, как программа. А я предлагаю, давайте сразу в глаз войдем. Что, собственно, мешает? Зачем медитировать на саму пирамиду масонства? Они тоже смертные людишки-то. Смертные, так же помрут масоны. Они там, ну, может, там 150-200 лет, может, вообще масонство исчезнет. Как бы, ну, не вечное. А я говорю, давайте-ка сразу в глаз. Мы и есть глаз какой-то свой, который транслирует свою про какую позитивную, вертикальную трансформацию. У вас смерть, у нас слой. Мы трансформируемся. Физическое тело должно быть трансформировано, как этот Махаватар Бабаджи. Если он трансформировал, значит, технологии, владеет. Правильно же? Ну, я себе там обучался, там, 3 жизни, допустим, 4 у Махаватара Бабаджи, я бы там трансформировался там. Сразу могу вот дверь открыть пространственную и войти в духовный мир. К Брахме, сказать, Брахма. Доброе утро, Брахма. Это прекрасно. Давай там. Давай-ка с тобой дружить, Брахма там. Пошли к нашей команде ситхи, пожалуйста, чтобы мы усилили там принцип демаркации в Солнечной системе. Мы желаем Солнечной системе и всей этой локальной вселенной усиления принципа демаркации. Что нормальные люди должны быть дистанцированы от демонических программ. Кстати, в этой идее, вот самой этой идее, которую сейчас вот я вам объяснил, содержится принцип того, что в христианстве называют эти, говорит, мертвые, говорит, воскреснут. То есть там не надо так дословно это понимать, что вот там трупы какие-то заново, там голограммы проявятся. А может быть там мысль, что мы же, как люди первично там смертные с вами, ну и как все остальные, получаем некий дар от Творца, который говорит, да вы можете быть и бессмертны, можете физическое тело трансформировать, на чем, кстати, основан квантовый скачок, и как там его называют, хоть как назови, там по-всякому может быть. И вот это уже как бы мысль, такая прям серьезная мысль. Опять, если я там, я ее там себе записываю, беру там ручку, там, вот там, денька три медитирую. Понимаете? То есть я серьезно занимаюсь. И, собственно говоря, и вас призываю, что хотя бы там часочек, там 2 часа в день тратить перед сном. Продумать тему, там, записать какие-то, то есть, может, какие-то мысли пришли. Или, допустим, такое домашнее упражнение, а что еще, о чем спросить Брахму напрямую? Пусть какой-то Брахма нам даст принцип. Ну, мы же, мол, знаем, Брахма, что там все эти демоны через тебя возникли. Они являются ли демонические программы, что ты сам свою какую-то карму негативную на нас сбрасываешь? Может, у тебя тоже у какого Брахмы карма есть, а ты на нас ее переводишь? Хороший вопрос. Кстати, он с таким космическим юмором. Замечательным. И он имеет место быть, потому что, я говорю, ченнелингов, много ченнелингов было, где, говорит, плеядианцы, говорит, геном запустили сюда, на Землю, а заниматься дальше им не стали. А за геном надо следить, то есть, если вы там какой-то оставили там свой принцип генома, дайте хотя бы код доступа, инструкцию, что с ним дальше-то делать? Вы что, предполагаете, куда он должен был рулить, какое там направление? Вот в этой связи очень хорошее связующее звено с Санат Кумарой. Санат Кумара с Венеры пришел там со своими последователями, чтобы здесь жизнь реанимировать. То есть, когда там уже карма планетарная вообще там пошла в полную трубу, то есть стала обнуляться. Ну, это вот все там пишут, и Блаватский там, и так далее. Пришел Санат Кумара, чтобы это все хотя бы там реанимировать. А я так про себя думаю. Да, то есть относительно нас, Санат Кумара, какой-то технологией-то владел.
То есть что-то он как бы, то есть духи-то, я почему это как бы, ну, акцентирую, что через это как бы видение видна иерархичность. Я к тому, что вот Саибаба пришел, Саибаба что-то особо здесь ничего как бы так нет, не реанимировал. Да еще к тому же там умер там от рака прямой кишки Саибаба. Хотя многие Саибабу там уважают. А я понимаю, что он как иерарх там чего-то, может быть, там, ну, какого-то феноменального управления физическим миром. Он как бы дал то, что они могли взять. В результате чего там Палестина стала там долбить Израиль, Израиль – Палестину, и пошло самообнуление. То есть, по сути дела, но я говорю, единый организм стал себя жрать. Вот такой вопрос. Так что такая планочка прям поднялась хорошая. Я понимаю, что здесь нужно очень аккуратненько, не спеша, записывай, говорю, конспектируй какие-то вопросики. Ну и я так, в общем-то, регулярно ставлю эту мантру Хара Кришна, трех хлебов читает. Я так себе на полчасика ставлю с утра, полчасика вечером. Медитируешь там на Кришну, на Вишну. Благодарю всех, кто принимает участие, тратит время, дает какие-то донаты. Это все нам помогает продвигать программу. Вот человек там еще там гуран заказал для подключки. Вот гуран – это наша антенна. То есть само представительство гурана, как ваджры, это немаловажно. То есть я на себе, в общем-то, ее, когда выхожу во внешний мир, обязательно одеваю гуран. Потому что как бы эгрегор должен, хотя бы там квантик антенна сработает по ситуации, уже как бы большой плюсик. Что как бы избегаешь опасности. Физический мир – это хаос. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, как элемент, то есть психическая энергия человека пока хватает только хаос как бы создавать. Хотя изначальная жизнь была там, ну, благостной, то человек, впав в этот элемент разрушения, хаоса, он и начал его проецировать во внешний мир. Из этого, кстати, у меня недавно выросла такая хорошая мыслеформа. Я думаю, да что, зачем столько вы работаете? Сделайте себе там, скажем, ну, рабочий день там до 2 часов. А с 2 часов все там, отдыхайте, не надо. То есть сама по себе работа, как бы она... Вас слишком напрягает, у вас нет времени заняться духовным планом. Давайте вот поставим с вами, кстати, отличные программы. Что уже это раз, бах-трах, и произошло. Хара Кришна. Я, кстати, с этой мыслеформой приду к Брахме. Я скажу так, давайте-ка поставим программу. Вот. До 2 часов пусть работает, а потом все там по домам, там, детьми заниматься, там, уборка, чтение духовной литературы. Вышли во дворик там. Рядом с домом уже общий какой-то у вас там какие-то действия. Вы там облагораживаете территорию, сажаете деревья там или чистите от снега все вместе. Отличная мыслеформа. Я говорю, ну, я делаю ставки, что я к Брахме скажу, давайте пусть они немножко отдохнут. Не надо никаких там военных действий. Жесткая демаркация. Они говорят, вот они, те плохие. Все, жесткая демаркация. Не контактируйте вообще. Американцы плохие. Все, никаких самолетов там ни из Америки в Россию, ни из России в Америку. Закройте все контакты. Почему нет? Давайте посмотрим, что будет. Может, все как-то быстро исправится в нужном направлении. Почему нет? Если Брахман, допустим, говорит, да, это как бы действие целесообразное. Нате вам там какую-то голограмму, вставляйте ее там в центральное солнце. Потом там, планетарную матрицу Земли и прокачивать этот канал, что все уже там произошло. Кстати, на этом, я думаю, основан и коллайдер. Вот то, что я вам рассказал, коллайдер ломится туда же. Только через какие-то свои там эти. Они ломятся, я думаю, через эту структуру пространства.
Это, то есть они какую-то формулу поняли, как устроена гравитация, там это притяжение, возникновение картиночек внешне, ну вот и меняют картиночки туда-сюда. Кстати, может, даже и на Брахму тоже выходит. Я не исключаю, почему они там поставили Шиву-то. У них Шива там стоит, танцующий Шива. В этом, где коллайдер. То есть они поняли, что раз есть принцип Шивы, третий принцип Вселенной, они попадают туда, куда, где матрица разрушается. Она и так будет разрушаться. Вопрос в том, что как бы не ускорять это. То есть то, что мы сейчас наблюдаем в планетарном плане, оно может свершиться там за десяток лет. А может потихонечку сублимируется там на 1000 лет. Пусть оно разрушение идет, но не надо ускорять его. То есть как бы давайте избавимся от оружия вообще. Давайте там договоримся планетарно, там все. Все оружие там выкинуть, там расплавить, и оружия нет. Да зачем вам-то? Зачем вам ругаться? Если вам Артур Серебров дал эту демаркацию там друг от друга, все там, не надо там, никакие к вам эти гопники не придут, чтобы там напрямую с вами контактировать. Типа там дай денег, мы сейчас тебе морду набьем и так далее. Почему? А потому что мы как бы... А что ты пришел-то? Вот смотрите, какой хороший момент для нуления. Любой человек, который к вам приходит, спрашивает, а что ты ко мне пришел-то, допустим? Хоть ты гопник, не гопник, криминал ты или хороший человек, что ты пришел-то вообще? Я сижу там в своей вертикальности, на своей там деляночке, там, ну там, они хотят 2 гектара, там, 2 соточки, там, или сколько там, или там, еще что-то на горе сижу, там, просто мне там деляночка, там, 10 метров. Вопрос-то первично, кто к кому приходит? Понимаете? Хитрый вопрос. Мне это налоговый присылает, типа, там, оплатить эту госпошлину за там недвижимость, там, машину. Я просто, а с чего это вдруг? Я тебе должен платить. То есть, ты ко мне пришел, не я там к тебе, там, налоговый, там, типа, ты налоговый, там, должна мне платить. Почему я тебе? Хороший вопрос. Я говорю, если там глубоко копнуть... Это вопрос, это вот то, что я сейчас задал, это вопрос как бы этого матричной ячейки, которая этим управляет. То есть, кто кому дань-то дает? Это вот мы с вами приходим к Брахме и говорим, слушай, Брахма, а тут кто кому дань-то дает в виде каких налогов? Я-то в чищеву, мне и так-то бабла мало. А вы там с меня хотите там какие-то 5800 взять. Ну, 5800 – это такие нормальные деньги. Сейчас чего я вам должен отдавать-то? Она мне присылает бумажку дальше, там, без печати, без подписи, типа, вот по такой-то статье мы там будем у вас там или там со счетов деньги списывать, там, или там этими ценными металлами, типа, возьмем. Я про себя думаю, ну, типа, это... Ты что, ты как уже криминал, с меня грабить, что ли, хочешь? Хороший вопрос. Это вот к тому вопросу, я говорю, где там криминал начинается, а где он заканчивается? То есть в Брахме, если криминал как таковой возник, он и возник в тебе, Брахма. Возьми этот, как бы, эту карму на тебя же. Я тебе говорю, на обратную возьми. То есть я такой криминал матрицы не принимаю. Естественно, что если принцип Брахмы как-то там обратно к нам придет, он кусок этой матрицы криминальной отсечет, обнуляет. Понятно, что я говорю, здесь как бы это. Такие философские концепции, что нужно первично иметь подготовку, о чем мы вообще говорим. Изначально это принцип того, что раз в Брахме все возникло, так можно так сказать, Брахма обладает знанием, как это то, что возникло, и обнулить. Отлично. То есть, вот эта молитва, которая такая вообще прекрасная, это молитва такая высокого духа, там, не то, что там дай мне Брахма.
А помоги, Брахма, дай нам энергию, пожалуйста, дорогой Брахма, чтобы мы как бы кусок матрицы криминальной здесь обнулили процентов на 80. Уж я не говорю там 99, потому что я говорю, ну, это тут какие-то гравитационные потоки жесткие сильно будут, может быть. А так процентов на 70 как раз там будет нормально, под контролем. То есть крысы не будут сильно лезть там на нашу территорию. Кстати, то, что там, это вообще весь, вся завязка с евреями там в Израиле, это хороший поплавок. То есть неважно там, кто там, Палестина дала пинка Израилю там, или сам он сам себе пинка дал. И говорю, там одни такие мнения есть. Он говорит, Масанга типа нагибает там простых евреев. Я говорю, в принципе, говорю, с учетом этой феноменальности Брахмы, там любые программы могут быть. Любая форма извращений. Но сам по себе, допустим, то, что стали еврейский эгрегор как ну, элемент слишком чрезмерного давления, как-то немножко обнулять, я сказал, ну и хорошо. Если там обнуление пойдет еще больше, потому что, я говорю, здесь как феноменально работают программы, это неизвестно. Это тем, говорю, кажется, что вот там вот все было просто, там а вот все что-то объясняет. Историки ни хрена ничего не объясняют. Они не знают. То есть, если историк, баран, не знает изнанки того, что происходило, изнанки скрытых этих течений кармических, инфернальных планов, он ничего объяснить не сможет. Даже для себя, не то, что там кого-то обмануть. Они так уже обмануты, это не суть. Обман самый глобальный заключается в том, что обманывают в элементе принципа. Принцип, первичный принцип внедряет там хоть в детей. Я говорю, эти мультики, где там зайчик бьет там дубинкой там какого-то там другого зайчика, что-то волк с сигаретой, ну погоди, там догоняет, бьет там того зайчика. Зачем? Откуда у вас мотив показывать эту дурь? То есть искусственно это, по сути, матрица мультфильма, она внедряет в ребенка какую-то свою мультфильмную дурь. Какую, это пока даже глубоко не изучали. Это я там как бы, ну, немножко нашифровал. Чтобы что-то там изучать, нужно этот вопрос задать хотя бы, как будто Брахме там, или Кришне там, или Вишну там. Хотя бы вопрос задать. Вопрос не задает. Чем ребенка мозги кормят, какие мультики, зачем, почему это дурь, как бы, а почему ребенку не занять другим полезным вещам. Ну, здесь дури много, я говорю, что там как бы я тут эту дурь, я говорю, что мы можем, скажем так, обнулить именно со стороны максимального включения духовного плана. Вон у меня там Кришна с этим диском, допустим. Я там прихожу к Кришне, говорю, Кришна, ну поставь, пожалуйста, программку, вот тебе там файлы, пакет, свой диск с нашей планетарной системой, сожги их там своим этим оружием, диском, как программу. Я так прошу Кришну, ну так, иногда там медитируешь, там, когда много там ментальной энергии. И Кришна, как бы там какая-то голограммка, там раз, обратно и приходит. Я говорю, благодарю Кришна, я пошел размышлять. То есть, раз это уровень принципов, я размышляю на сердечной чакре, там, просматриваю, какие могут быть комбинации там, и так далее. Очень полезная медитация. На сегодня все. Джа-ом. Такая, в общем, такая плотненькая лекция получилась на 40 минут, но она такая прям плотненькая информация. Извлекайте из нее свой трансцендент, джа-ом.